Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давайте выполним упражнение 24 на странице 19 учебника по русскому языку для 2 класса автора Климанова. Рассмотрите рисунки. Назовите предметы, которые изображены на рисунках, если что-то общее у этих предметов. Обратите внимание, что все предметы разные, обозначены они одним словом «кисть». Сколько значений у этого слова? Это кисточки, которые могут быть на одежде, кисти, это кисти руки, это кисть винограда, и это кисточка для того, чтобы красить краской. Итак, первая кисть из ниток, вторая виноградная кисть, третья кисть руки и кисть для краски. У этого слова целых 4 значения. Составьте и запишите 4 предложения со словом кисть, чтобы оно было употреблено в разных значениях. По первому рисунку штору украшала длинная кисть из ниток. По второму рисунку кисть винограда виднелась из-под его листьев. Третий рисунок. Маляр взял кисть и покрасил стену. И четвертый. Я поднял вверх кисть руки. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.